Привет вам, уважаемые! Сегодняшний наш выпуск из Стамбула и о Стамбуле. Немножко расскажу, что в этом городе мне нравится, что не нравится. И когда сюда ехать или не ехать. Летом здесь дичайшая жара, начиная с июня месяца. И, в общем-то, до конца августа здесь невыносимо, под 40. Мы поехали в мае, ожидали температуру 25-30, но оказалось, вот сегодня 11 мая, плюс 15, все в куртках, холодно, небо серое, но на самом деле это редкость, обычно в это время здесь гораздо теплее. Вот, в нашей Туле как раз тоже плюс 15. Мы сейчас находимся в районе Султан-Ахмед, чуть повыше, позади нас Гранд-Базар, то есть Стамбул, посмотрите, он весь... Старый Стамбул стоит в пробках. Вот видите, какая жесть на улице творится. Вот такая вот красота. Люди не могут разъехаться. Это Султан-Ахмед район, Фатих. Соответственно, это тот самый Константинополь, та часть древняя, которой 2500 лет. То есть этому городу он почти ровесник Рима. Не нравится мне здесь, конечно же, то, что вот такие пробки. В принципе, по тротуарам езди гулять, но если вы берете транспорт, вы с ним замучаетесь. А еще здесь, ну так, как бы не особенно комфортно в плане туалетов. Я вот их что-то как-то не особо наблюдаю, то есть где-то в кафе они, может быть, и есть, опять же, не во всех. И туалеты часто находятся при мечетях. Там, в общем, сидят специально обученные люди, которые берут с вас целых 3 лиры за туалет. Начинается ветерочек, мы приближаемся к Золотому Рогу. Торговая улочка, большие, да, вот еще из минусов, здесь такие серьезные уклоны есть на улицах. Если спускаться, вот как мы сейчас, это, конечно же, хорошо, а подниматься не очень. Магазинов полно, многие, в том числе и кафешки, забегаловки, принимают карты, если у вас они есть, которые подходят для оплаты здесь. Еще мне очень не нравится, но вот сегодня 23-й год, получается, май. Да, говорят, в Турции высокая инфляция, цены, вот в частности в Стамбуле, я ожидал, что все-таки этот город будет подешевле. Цены очень высокие, много на что, да и поесть как-то дороговато. Вот просто даже если сравнивать с Таиландом, то за те же самые деньги там еда гораздо лучше. Здесь все выходит, ну, не очень. То есть мы, в принципе, не голодные, ходим, кушаем нормально, но ребята... Здесь дорого, то есть имейте в виду, что приличную часть вашего бюджета вы, в общем-то, съедите. Из плюсов здесь, в принципе, можно не брать экскурсии. Если с географией прям не совсем плохо, да, то здесь на каждом шагу какие-то достопримечательности есть. Здесь можно все это в шаговой доступности посмотреть, прогуляться, прокатиться на трамвае. Мы вот очень много ходим пешком в трамвае. Здесь трамваи, паромы, метро, это все, ну, доступно, недорого. Покупаете Стамбул-карт и везде ею платите. Даже в некоторых местах можно туалет и Стамбул-карт оплатить. Стамбул – город мечети, ребята. Здесь их очень много, они очень красивые, есть огромные, просто колоссальных размеров. Это, конечно же, безусловный плюс. Вход в мечети бесплатный. Великий собор Святой Софии – вход также бесплатный. Сейчас мы идем к Золотому Рогу, заглянем на Египетский базар. Были уже на Гранд-базаре. Место, скажем так, впечатляющее, атмосферное, но цены там... не понравились. Еще, если отдыхаете в районе Султан-Ахмед, то на хороший отель, ну, сложно рассчитывать. Там, естественно, там не будет никакого бассейна. Даже не надейтесь на это. Отель будет маленький, номера будут небольшие, потому что, вот, например, здание, в котором мы живем, ему 200 лет. Очень крутые лестницы. И, в общем-то, все так компактненько достаточно. Но приехать сюда, конечно же, нужно, если любите историю. Это великий город на стыке континентов. Старая часть Султан-Ахмед на европейской части находится.
Здесь интересно погулять, посмотреть на всю эту движуху.